Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем проходить карьеру нашего бойца в WWE 2K23. Вы не жалеете лайков, поддерживайте видосик, пишите комментарии, если новенький, подписывайтесь на канал, заглядывайте в Телеграм и также на мой второй канал с прохождениями Фандом Лига, все ссылочки есть в закрепленном комментарии. Напомню, что скорее всего карьерка Джона Сины, шоу-кейс, будет именно на втором канале, так что подписывайтесь, чтобы этот момент не пропустить. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Есть социальные медиа, так же, как и в прошлой части игры. Мы здесь, ребята, можем посмотреть различные сообщения в своих соцсетях. Ну, а также, наверное, здесь потом мы сможем общаться с какими-то бойцами. Здесь я вижу Кевина Оуэнса. Джон Сина вот тоже присутствует. Так, смотрим, что здесь есть еще. Шон Майклс. Так. И вот здесь, скорее всего, те сообщения, да, где мы можем поболтать. Окей. Как раз-таки Шона Майклза мы сейчас и обсуждаем. Различные делишки. И я пока не знаю, как здесь будет складываться сюжетная линия, так же, как и в прошлой части, что мы можем переходить туда-сюда обратно. Либо же все будет как-то постепенно, поочередно, и выбора нам особого не предоставят. А, вот, смотрите, кстати говоря, у нас есть Story Progress, и сейчас нужно заполнить 13 заданий. Making Headlines, вот так вот называется, хедлайнером, видимо, нужно стать. И давайте посмотрим, кто у нас здесь есть. Сэмми Зейн. Ага. Так, ну давай, с тобой мы можем поболтать? Здорово, чемп! Давненько не виделись. Как я должен получить матч? Как я мои скины? Ага. Ну, в общем, это, так скажем, помощник. Он просто нам помогает, да? Так, кулачок. А, вот, смотрите. Вот здесь в Story Progress, видите, у нас есть Better Safe Than Sorry. И вот есть три различных кулачка. Вот эти кулачки нам надо закрывать. Так что давайте начнем. Happy Corbin has been mouthing off about his football career more than usual lately, saying the WWE grind is the same as non-stop two-a-days, which... Поехали, мы принимаем. Нужно победить Корбина на тренировочной площадке. Удар за ударом пока что ему в голову проходит. Молодец, Хантер. Сосиска Корбин уже не тот, что был раньше. Долетим с третьего каната. Ох, хорошо, локоток ему в спину зашел. Попробуем удержать. Реф, давай отсчет. Раз. Ну нет, так легко Корбин, конечно, не сдастся. И ловит нас еще на реверсике. На! Стоит он тут, празднует. Снова зареверсировал Корбин. Ой-ой-ой, вот теперь уже его очередь нас удерживать. Сейчас нужно зареверсировать, а мы не успеваем. А вот сейчас получилось. И у нас есть финишер. Поднимаем его. И сразу же удержание. Давай, РФ. Раз. Два. Вырвался. Долго рефери бежал.
Очень долго бежал рефери. Мне кажется, нужно было пошустрее здесь. Вот такие вот танцы у нас. Ой-ой-ой, здесь он, конечно, неплохо нас бахнул. И смог зареверсировать. Нет, вырвемся, не будем. Не будем пока тратить восстановление. Он готовится на финишер. Не вышло, да? Не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было мощно. Поднимайся, поднимайся, Хантер. Пауэрбомба. Еще одна? Серьезно, Корбин? Заканчивай. Кажется, он полез на третий канат. А у нас уже не получается реверсировать. Здесь уже пора вырываться, я думаю, так. Хорошо. Не вышло. Ну, вот сейчас на харде в этой части действительно чувствуется хотя бы какая-то сложность, ребята. Хотя бы какая-то сложность. Раньше на харде все проходило очень легко. Вывалились мы за ринг. А Корбин делает вид, что здесь куча, куча публики. Давай, Хантер, поднимайся. Как все хорошо начиналось. И как сейчас все печально для Хантера. У него снова финишер, кстати говоря, готов. А мы пока никак не можем даже в себя прийти. Не успел. End of days. В голову. Точнее, головой об ринг. И все. Ну, ничего страшного. Мы подкачались. Это тоже хорошо. Давайте переходить к следующей. Задачи. Здесь нужно победить Робби Руда, да? Окей. Мне кажется, знаете, немножко поадекватнее наконец-таки стала вот эта вот фишечка с рейтингом. То есть, если у нас рейтинг 76, то нам гораздо сложнее биться с ребятами, у которых высокий рейтинг, как, например, у того же нашего бывшего соперника Корбина. Хантер! Интерконтинентальный чемпион. Он выходит на ринг, и он готов, ребят, сегодня задать жару. Мы будем надеяться, что против Руда у нас получится что-то показать. Здесь уже нужно, мне кажется, чуть аккуратнее действовать, не выкладываться прям по максимуму, потому что здесь после второго, третьего удержания вырваться очень сложно. Но посмотрим сейчас, чем сможет удивить нас Рут и вообще, насколько сложно с ним будет биться. Победа над Сэмми Зейном все-таки показывает, что мы готовы. Глориас! Все-таки красивый выход у Бобби Руда. Вот это вот пение всего зала. Роберту. Ну давайте, ребята, начнем и посмотрим,
кто сейчас окажется сильнее. Я надеюсь, что это не бой за пояс. Сразу же в голову, отлично. Нам нужно финишер провести Бобби Руду. Отлично. Руд поймал нас, и пауэрбомба сейчас будет. Ну, пока плюс-минус все неплохо, все на равных. Нужно почаще реверсировать. А вот не успеваю я иногда попасть. Отлично. И снова он нас поймал. Все чаще реверсирует. Но мы тоже можем реверсировать. Хороший клоузлайн. Выбрасываем Руда за пределы ринга. Давай, Руди. Вот и его ответ. Выкатываемся за предел ринга, надо прийти в себя. А он полетел на третий канат. Так, пора его закидывать, наверное, на ринг. У нас есть уже сигнатура. Так, нет. Это нам не надо. А вот здесь я не успел нажать. И по итогу контратака Бобби Руда. Куда ты побежал-то? Ага, все-таки это бой, где можно что-то использовать. Давай, Хантер. Не вышло. Локоть за локтем от Бобби Руда залетает в Хантера. Отлично. Так, мы готовы. Отличный реверс. Давай, Бобби. Ну, скоро там уже финишер-то наберется. Финишер есть. А Рут не дает. И по итогу швыряет нас на ринг. Реверсирует Роберт Рут.
Не провели мы свой финишер ему. И снова накапливать. Снова накапливать финишер. Раз за разом. Раз за разом проводим неплохие приемы. Ну, сейчас Рут зареверсирует. Ну и мы реверсируем. Давай, давай. Glorious. Оп. Мы провели финишер и победили. Хантер победитель. Ну хотя бы здесь, ребята, мы смогли выиграть. У нас есть также еще Адам Пирс. Давайте поговорим с ним, что он нам предложит. Gotta say, I've been a fan of your work for a while. Can't say the same for Drew Gulak, though. I heard him mention. Странно, почему они так быстро разговаривают? Но опять какие-то, видимо, вот эти вот баги. Потому что я чувствую иногда и во время боя у нас такие слоумо моменты. Ну поехали. Так, нам нужно сделать легкое комбо. Ух ты, а почему скорость боя-то такая здоровая? То небольшое слоумо было, теперь, ребят, наоборот. Так, комбо есть. Теперь нужно зареверсировать его атаку, да? Как будто это мы крикнули. Ладно, ждем. Ждем реверс. Хорошо. Ух ты, нифига себе. Вот это было круто. Так, а нам теперь надо заблокировать одну атаку, да? Давайте поднимем его. Вроде заблочили. Теперь нужно попробовать выиграть матч. Не попали. Не то нажал. Не то нажал. Ну и по итогу за это поплатился. Реверс за реверсом. У одного, у второго. Так, попытка удержания. Вырываемся. У нас почти финишер есть. Ух, как на колени-то приземлились, больно. Давай, поехали в угол. Снова реверс. Дрю Гулак. Мы тоже умеем реверсировать. Ну и надо финишер проводить. С удержанием. Давай, РФ. Ну же. Раз. Два. Три. Ребята, мы выиграли. Мы выполнили, ребята, три задания. В следующей серии будем продолжать. И, возможно, в следующей серии как раз-таки пройдем Better Safe Than Sorry.
уже с Сэмми Зейном. Вы поддержите видосик своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.